Я прилетел в Сочи. Оставь это по-братски, убери это. Убери это? Ты зачем руки свои протягиваешь? Билета. Если тебе что-то не нравится, ты не снимай меня, а я буду пить, что мне по кайфу, и делать, что мне по кайфу. Понял, как да, по кайфу, ты? Имя твое вредна. Не наезжать. Это что... просьба? Да, это просьба. Я вежливо отказываю. А я Давидыча самого могу взгреть, кому по кайфу. И, кстати, по поводу фейковой информации, которая гуляет по интернету, по поводу моей гонки с Ахмедом, это полная ерунда. Всю правду про Ахмеда, там, про гонку я буду выкладывать в свой телеграм. Вот тогда уже решите, тогда уже будете говорить. И да, ссылку на мой телеграм я оставлю в описании. Переходите и все там смотрите. А то что? И да, друзья, как только под этим роликом наберется 300 тысяч лайков, так сразу я закину нашу гонку. Надеюсь, Ахмед не сольется завтра. Все, давайте, я поехал. Друзья, приветствую всех, всем ассаламу алейкум. Вы на канале Асхаб Тамаев. Я прилетел в Сочи, нахожусь в аэропорту, жду Ахмеда. Прилетели в Сочи почему? Организовать самую популярную и самую ожидаемую гонку. Уэнглби против Тамаева. Е63 против CLS. Честно, я Ахмеда жду больше 5 месяцев. Мы договаривались вообще на лето, но получилось так, что уже зима. Что в Москве, что в Чечне, мы не заехали, потому что погода нам не позволяет. Прилетели в Сочи, тут тоже идут дожди. Завтра тоже, по прогнозу, мы не сможем поехать. Наверное, уже послезавтра организуем гонку. Сейчас я жду Ахмеда, обговорим все условия с ним. На что мы будем ставиться, что делает проигравший. Я вообще хочу предложить Ахмеду, кто проигрывает гонку, тот сжигает свою машину. Ах, CLS, все, ушел. Видите, CLS? Потому что ключ от CLS мне не нужен. Деньги его тоже мне не нужны, и меня это не интересует. Я просто хочу закончить всю историю с CLS и поставить на этом точку. Вот, Ахмеда мы уже списывались, я знаю, что он прилетел. У меня рейс чуть раньше был, чем его. Всем салам алейкум, друзья, с вами Ахмед Уэнглби. Я только что прилетел в Сочи вместе с Зауром и с Расулом. Салам алейкум всем. Где-то здесь нас должен встретить Асхаб. Не знаю, на самом деле встретит или нет. Давай позвоним ему. Может его номер слить подписчикам? Просто назло. А прикинь, если он просто решил так поиздеваться. Специально отправил тебя в Сочи, а сам в Грозном сидит. Он может, он может. Уэнглби, Ахмед у меня сохранен. Уэнглби, Ахмед, давай номер его спалим. Да еще, у меня нет таких моментов. Этот звонит. Алло. Алло. Этот звонит, ты говоришь? Что говоришь? Ты говоришь, этот звонит? Да, да, да. Меня звать Асхаб Тамаев. Серьезно говоришь, что ли? Да, ты где? Я вот здесь прям вышел, вот где Сочи написано, добро пожаловать, недалеко отсюда. Ты где? А у тебя серьезная команда, я вижу. Где ты? Вот тут я, вот тут я. Ассаламу алейкум. Валикссалам. Как дела? Прекрасно, как вот. Твои? Валикум ассалам, как дела? Давай, давай, давай. Видишь, ты его знаешь? Ты его знаешь? Я тебя знаю. Меня его не знаешь? Вот смотри. Его зовут Уэнглби. Тоже блогер. Меня такой. Ахмед зовут. Да. Да, такой средненький блогер. Да. В общем, Ахмед, добро пожаловать в Сочи. Ты прекрасно знаешь, почему мы сюда приехали. Организовать гонку чисто по твоей вине. Мы не смогли организовать гонку ни в Москве, ни у меня дома. А почему по моей вине? Потому что я тебя ждал. А машина же долго делалась. Ну мы с тобой договаривались полтора месяца. Я же не виноват, что машина долго делалась. Виноват ты. А я виноват, да? Да, ответственность ты на себя брал. И твои мастера. Не, ты не виноват. Я ты не должен был заехать, как мы с тобой договаривались. В общем, не суть. По твоей вине. Я сам знаю, что я должен, что я не должен. Ты мне это не указывай, хорошо? Хорошо, хорошо. Смотри, мы прилетели в Сочи. Сочи нам погодные условия более-менее позволяют. Да, мы я вижу, такие хорошие, прекрасные погодные условия. Прям как раз для гонки. А что ты предлагаешь? А какая разница? В Махачкале такая же погода. Ты просто боишься в Махачкалу приезжать. Махачкалу приезжать? Да. Ладно, хорошо, боюсь Махачкалу приезжать. Я посмотрел по прогнозу, послезавтра показывает хорошая погода, без дождя. Это единственный день, наверное, в декабре без дождя. Если нам повезет, мы сделаем без дождя. Если с дождем, то хоть с дождем.
С дождем ты хочешь стать, да? Как ты себе другого это представляешь? Другого выбора нету. Слушай, как понять нету? Это уже будет зависеть не от того, насколько у тебя быстрый автомобиль, а от того, насколько хорошо автомобиль зацепится, понимаешь? У нас будут одинаковые условия, одинаковая резина. Что Мишлен Спорт, что Мишлен Спорт, одинаковые. У меня не Мишлен стоит. Какая резина? У меня другая резина. Я тебе Мишлен куплю. Все, хорошо. Я Мишлен тебе куплю. Договорились. В общем, ребят, а другого выбора не было. Я хотел организовать хороший трек в Москве, но в Москве зима. Машина будет просто скользить, но невозможно. Поэтому выбрали золотую середину. Взяли Сочи автодром. Это самый крутой трек в России. Круче я не нашел. В любом случае, послезавтра, либо послезавтра мы организуем гонку и уже посмотрим, чья машина быстрее. Давай так. На данный момент моя машина в дороге. Я с Махачкалы загрузил ее на эвакуатор. И она едет сюда, в Сочи. Сегодня вечером, либо завтра вечером она уже будет здесь. Я не знаю. И что ты хочешь этим сказать? Чего не хочу сказать, просто ставлю в известность подписчиков, которые смотрят. Они смотрят и не понимают, где автомобили. Почему мы здесь есть, а тачек нет. И я даю понять людям то, что машины в дороге. Ты что, до меня докопаться хочешь? Главное, ты каждый раз ищешь, за что зацепиться. Хватит, успокойся. Если я хочу докопаться, я докопаюсь. И, Ахмед, знаешь какой момент? Смотри. Такой момент, когда мы с тобой разговариваем, мы с тобой выясняем, чья машина быстрее. Мы не выясняем с тобой, кто из нас сильнее духом, либо физически. Я с тобой не собираюсь физически спорить, понимаешь? Нету смысла мне. Мы с тобой выяснили, кто из нас физически сильнее. Мы с тобой поборолись. Каким образом? По борьбе не выясняется, кто физически сильнее. Физическая сила, да. Я не сказал духом, я сказал физическая сила. Я понял, физическая сила не только борьбой определяется. Ты ничего не смог сделать, Ахмед, смотри. И когда мы ставьте, тобой... где он говорит, Ахмед крепкий. Он просто крепкий на свой вес. Банки, посмотри, нормальные же банки. Да, крепкие. Но ставьте момент, где он ничего не смог сделать, ничего. Но также хочу выяснить, когда мы с тобой разговариваем... 30 килограмм тяжелее нет, меня? Нет, я 84. И ты хочешь 85. Сказать, это сейчас, тогда ты сколько был? 90. Ну, разница была большая. Да, но я сейчас... 70 и 90. Я еще хочу тебе сказать, смотри, когда мы с тобой разговариваем, я прошу тебя держать со мной дистанцию и на меня взглядом не наезжать. Потому это что... просьба? Да, это просьба. Я вежливо отказываю. Вежливо отказываешь, да. Хорошо, потому что сделаешь ты его так, типа, взглядом, это меня не пугает. Ну, все, в любом случае, я тебя не боюсь. Если это тебя не пугает, зачем тогда ты меня просишь? Мне не нравится, когда ты на камеру на меня газуешь, потому что если я буду на тебя газовать, нам придется... У нас конфликт будет, я не хочу с тобой конфликтовать. То есть ты хочешь сказать, что ты можешь уверенно меня как-то унижать? Нет, нет. Я ничего не должен нет, отвечать. Я не буду тебя унижать. Все, ты даешь слово? Нет, не даю. Ну, в общем, ребят, я тебе руку протянул, а ты отказался. А сейчас я мог бы тебе этого не говорить, и тебя бы так захейтили. А мне все равно. Пусть захейтит. Я из себя не делаю хорошего человека. Мне нравится, когда тебя хейтят, потому что побольше комментариев. Чем больше комментариев, тем больше просмотров. Чем больше просмотров, тем дороже реклама. Смотри, ты ищешь повод, чтобы люди писали комментарии, чтобы ты больше заработал денег. Смотри, деньги я и так зарабатываю. Я что хочу сказать по поводу популярности. Только что, нам подошел человек, он знать тебя не знал. Я что хочу тебе сказать? Ты всегда говоришь, ты хайпуешь на этом. Да, это моя работа, я на этом зарабатываю, на этом хайпую. Но, чтобы ты понимал, эта гонка больше нужна тебе, нежели чем мне. Знаешь почему? Тебя знать никто не знал и сейчас даже не знают. Понимаешь? Тебя до этой гонки знали только в своем регионе. Максимум, даже в своем селе, можно сказать, понимаешь? А теперь тебя знает вся Россия. Скажи спасибо еще, что я приехал. В моем селе 3 миллиона человек. Да, скажи спасибо. Скажи, в России спасибо. 150 миллионов человек. Скажи спасибо, что спасибо. Ты стал популярен спасибо. На весь СНГ, спасибо понимаешь? Тебе. Все, я принимаю твое спасибо. В общем, я позвал Ахмеда в Сочи. Хоть у нас такой конкурентный момент, я к нему нормально отношусь. У нас хорошие отношения. Но в любом случае, конкурентный момент конкретно присутствует. И я просто обязан в этой гонке полностью наказать CLS. И это такой принципиальный момент. И, может быть, после гонки, если Ахмед будет готов, если Ахмед хочет, я готов спуститься до 80 килограмм и провести с ним бой даже. Но а смысл? Вы и так понимаете, что Ахмед не потянет со мной. Но это бессмысленно даже говорить про это. Когда Ахмед на меня вот так газует, да, глазами на меня смотрит, вы понимаете, что он делает это для кадра, чтобы каким-то образом казаться самоуверенным, каким-то образом оказаться... Молодцы. Но Ахмед женат, как я знаю, поэтому... Ахмед, это я вставлю. Что ты вставишь? Это убирать не буду. Все, что хочешь, вставляй, мне без разницы. Смотри, вот здесь пацаны, здравые ребята. Вы за кого болеете? Ну, за Мерс, брат. За Мерс. Брат, Мерседес у меня CLS. Тоже... CLS. Брат, лучше CLS, а кузова еще не было у Мерседеса. Да? Не, вопросов нет, CLS мне тоже очень нравится. Ахмед на этой гонке конкретно хайпанул? Так. Да, Ахмед, до этой гонки Ахмеда знали вы? Ну, да, когда.
Ага. Да? Да, и твои фанаты, братан. В зале же меня. Я вот в Сочи. Да? Пара. Ты говоришь, меня в зале в селе моем. Хорошо, вопрос. Мы сейчас вопрос в Сочи. Такой. Вопрос такой. Вопрос такой. Ты только что. Брат, это была гипербола, я преувеличил. Я знаю, что ты преувеличил. Вот, это называется гипербола. Смотри. Как? Гипербола. Гипербола. Гипербола? Да. Гипербола. Смотри, да, у меня такой вопрос. У меня такой вопрос. До гонки вы знали Ахмеда? Напишите в комментариях. Вы знаете его, никто не... Да, была какая-то целевая аудитория. Я как бы ничего не хочу говорить, но в общем. Давайте, я взял хорошую машину. Ты катаешься постоянно на каких-то мерседесах. Ты хочешь почувствовать нормальную машину? Хочешь? Ну, давай. Все? Все, вызывайте машину. Если что, я тоже женат. Смотрите, у меня такой вопрос. А вы знаете Венгелби? Вы его знаете, этого парня? Конечно. А откуда вы знаете? С Инстаграма. С Инстаграма. А каких роликов вы видели? Какие нарезки вы видели? Ну, что вы видели? Про Веху. Ну, ладно. Но все равно, понимаете, посторонний человек... Тем более, являясь как бы фанатом, он не хочет его обидеть, понимаете? И я прекрасно понимаю, что после этой гонки у него дофига фанатов стало. 100%. 100%. Даже больше, чем мои, понимаете? Его больше поддерживают. Я только этому рад. И это меня больше еще мотивирует его выиграть. Я, говорит, рад. Как тебе не стыдно вот так говорить? Отвечаю. Ты же сам прекрасно понимаешь, в блогерской тематике для меня это выгодно, чтобы у тебя было больше фанатов, чтобы я тебе выиграл, чтобы расстроил твоих фанатов, твоих подписчиков. Согласись, я это сделаю. Ты это увидишь, я не просто так это все организовываю. И твой CLS я накажу. А по поводу тебя я выиграю. Максимум, тебя. Что ты можешь наказать, это железки. Как я это говорю, это мои слова. Все, эй, пошли. Эй, Расул. А что ты делаешь? Я общаюсь, брат. Мы на съемки едем, брат. Ты либо едешь, либо оставайся. Идем. Остаешься ты? Нет. Едешь с нами или остаешься? Чего ты останусь, мам? Остаешься? Я сама улетаю. Мы же с тобой договорились, эй. Давай это играть, как это называется? Расул, как ты не по-пацански поступаешь ты? Прикинь, Расул с девочкой остался. С какой девочкой? Вон той, которая фоткала с тобой. Расул! Пойдем. Номер записывает, прикинь. Пойдем. Эй, Расул! Я, брат, ты говоришь, что меня уважаешь, когда я тебе сказал, ты остался. Брат, ну у нас приятнее съемки. Мы же договорились с тобой. Мы с тобой... Самалеку, все нормально будет. Смотрите, сперва кинул меня, а потом говорит, братишка. Сейчас масляют. Так, смотри, ты постоянно ездишь на своем Мерседесе, да, BMW. Я хочу, чтобы ты сегодня поехал на нормальной машине. На Роллсе? Вот, да, на Роллсе, брат. А ты думаешь, что я на Роллсе никогда не ездил, да? Не, на таком ты не ездил. Вставь тебе видео, которое ты ездил. Может быть, в Дубае на каком-то Роллсе ездил. Вот тебе нормально Роллс-Ройс. Я на разных Роллсах ездил. А они друг от друга особо не отличаются так-то. Вот так вот. Так что, я думаю, хотя бы в Сочи пусть ребята поедут на нормальной машине. И у меня-то есть Роллс-Ройс, есть Ламборгини есть, а у ребят-то нету машин таких. Бедолаги, жалко мне их. Расул. Но тебя мне не жалко, Ахмеда просто жалко. Тебе кого жалко? Тебе деньги, деньги у нас есть. Просто мы не покупаем. Заур тебя купить может. Меня? Да. Фу, ладно, ничего говорить не буду. Ахмед, ключ, Rolls-Royce, пожалуйста. А ты меня хочешь за руль пустить, да? Да. Расул, ты же любишь Rolls-Royce? Сам же не умеешь ездить. Подожди, давай Расул сперва сядет, он, Ахмед не умеет, как нужно Rolls-Royce. Смотри, вот тут берешь, кресло вот так, Расул, пожалуйста. Давай. Пожалуйста. Ага. Чуть кресло вперед сделаем, помещаешься, все четко? Нет, все бомба, брат. Все. Ага. Вот так. Удобно? Да. Все, Ахмед, прошу. А, здесь уже камера, да, стоит? Ахмед, закрой дверь Rolls-Royce, посмотрим, умеет ли он закрыть. А, умеет, ладно. Ага. Ладно. Расул, да. Что, да. Ты готов? Нет, я не готов. Там девочка была красивая. Да? Тебе надо на руку. Все. Все, ехать? Ты не включил ее? Ты умеешь водить вообще? Я? Да, Rolls-Royce. Умею. Смотри, он не умеет. Так, можно я куртку сниму? Разрешаешь?
Да-да-да, разрешаю, конечно. Друзья, сейчас за окном слякоть холодно, выходить на улицу вообще не хочется. Но чем заняться в свободное время? У меня есть отличное решение. Сейчас я играю в крутейшую многопользовательскую игру Grand Mobile. Это настоящий симулятор реальной жизни в твоем телефоне. Здесь можно стать кем угодно. От обычного курьера до влиятельного бизнесмена. Покупать тачки, недвижимость, устраивать гонки, строить целые империи. Ты сам выбираешь, как и что делать. Игра очень крутая, залетай вместе со мной на 10-й сервер. И еще у Grand Mobile сейчас конкурс. Просто играй на своем телефоне и получай крутые призы. Макбуки, айфоны, айпады и множество других ценных призов. Быстрее переходи по ссылке в описании, скачивай Grand Mobile, промокод Тамаев. Встретимся в игре на 10-м сервере. Погнали! Так, Асхаб, мы сейчас на Rolls-Royce, значит, да? И ты говоришь, что это лучшая машина. 100% лучшая машина. Знаешь, почему ты считаешь, что эта машина лучшая? Потому что ты рано повзрослел. А знаешь, почему ты рано повзрослел? А. Потому что вот эту химию колешь, тестостерон уровень у тебя растет. Ага. Ты просто вот возмужал раньше времени и стал уже взросляком таким, 35-летним. Поэтому тебе этот автомобиль нравится. Вот Расулу 37, вот ему нравится Rolls-Royce, и это нормально. Я себя считаю молодым пацаном. И поэтому я езжу на CLS, и поэтому я езжу... Тебе было бы неплохо тоже возмужать, потому что мне многие пишут в мой инстаграм, что Ахмед как ребенок ведет себя... Ага, ага. Да, детская психология. Ага. И в целом, Расул, согласись со мной, что эти гонки, по сути, если так взять, это такая детская тема, я с этим согласен, но сам я там принимаю какое-то участие. Мне принципиально как-то хочется выиграть тебя, показать всем, знаешь, что CLS по факту не такая быстрая машина. Ага. Я не знаю, что Подожди, ты в ней ты, сейчас ты сделал, сейчас, я не знаю, какие говоришь, там изменения у тебя есть. Ты сейчас говоришь детские моменты туда-сюда, и в то же время говоришь, у меня принцип там тебя выиграть. Да, там, да, если да. у тебя есть принцип, значит тебе это уже как бы интерес, ты в этой теме. Да, 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 100%. Слушай, тебе сколько лет? Мне? Да. Я старше тебя на год. Ладно, тогда я и сбегал, и оплатил. Прикиньте, реально, Ахмед старше меня на один год, и мы ровесники Хазбика. Нифига себе. Ну, Хазбик помладше будет немного. Ну да, на один год. Ну, я тоже младше тебя на один год, и Хазбик тоже младше меня на один год. Получается такая троечка, знаешь, да. в рост. Ахмед. Я внимательно слушаю. Когда я тебе говорю, что ты по сроку опоздал, и уже это, я считаю, проигрыш. Слушай, мы об этом уже 100 раз поговорили. Зачем ты заново? Вот этот ролик вообще мы для чего снимаем, я не понимаю. У нас сколько уже было последних встреч до гонки? Как будто ты не хочешь, посмотрите, ребят. Ахмед постоянно холодно, постоянно старается, знаете, вот это, постоянно старается задеть меня за то, что я снимаю ролики, а сам с радостью приходит, снимается, хайпует, не. Понимаете? Не. Зачем быть лицемером? Вы же прекрасно понимаете, что я Ахмед, что мы все блогеры, у нас у всех одна и та же цель, это прохайпиться, стать популярным, ну, зачем быть лицемером? Ты сам говоришь, что я являюсь лицемером, что на камеру вот такой-сякой. Братан, признай тот факт, что тебе это надо. Если тебе это не нужно, тогда сиди дома, тебя кто-то заставляет, слушай, что ли? Я не сказал, что мне не нужно снимать ролики и так тогда далее. Давай молчать тогда. Очередной ролик до гонки снимать и снова обсуждать гонку, снова обсуждать одно и то же. Уже разжевали, переживали, проглотили. Зачем ты заново эту тему жуешь? А ты не говоришь, да, что я на этом хайпую? Ты не говоришь, да, на этом, что я хайпую? Не, то, что ты на этом хайпуешь, в этом... А что ты делаешь? Я хайпую, вот. А зачем тогда это подчеркивать? Что подчеркивать? Что я хайпую. Потому что ты... Скажи, что я хайпую, и ты хайпуешь. Ты ради хайпа на многое готов. И что? А я не на многое. А, конечно. Ты готов свое слово продать. Ты свое слово готов. Не говори так. Ты зря так говоришь. Почему? Ты зря так говоришь. Ты за свои слова сколько раз не ответил? Ты сколько раз говорил? Когда? Скажи по факту. Слушай, ты для хайпа говорил, что у меня самая быстрая машина, у меня это, у меня то. У меня по факту быстрая. Посмотришь через два дня. Ты свои слова продавал для того, чтобы хайпануть, понимаешь? А, конечно. Я на такое не способен. То есть, не способен? Слушай, давай так. Ты говоришь про какие-то рекламы, ты сам чем занимаешься, скажи мне. Тебя купил блогер, понимаешь? Тебя блогер купил. Ты сам понимаешь, о чем я говорю. Блогер купил. Каким образом? Ты же ходишь, говоришь, что он там напиток хорош, это хорош. Ага, я купил блогер. Ты говоришь про Lit Energy. Да? Тебя он купил. Он купил не меня, он купил у меня рекламу. И ты рекламируешь энергетики, да? Не то чтобы рекламу.
это... Ты же говорил про мои рекламы. Ты же говоришь про мои рекламы. Ты говоришь про мои рекламы. Я говорю... Подожди, про какие рекламы? Ты говоришь, ты там это, там, за деньги все готов, вот это готов. А ты что, ты говоришь, что... Я про рекламу вообще ничего не говорил сейчас. Говорил про выпуски. Ты это подчеркнул тем, что за рекламу ты готов... за деньги ты готов все, что угодно сделать. Ты про что имел в виду? Я сказал про хайп. Ради хайпа ты готов что угодно говорить и не отвечать за свои слова. Но даже если я так сказал, значит, на тот момент это было обосновано. Ну зря ты так говоришь. Почему? Я не стараюсь. Подожди, подожди. Если я, меня купили, смотри. Ты только что говоришь, меня купил блогер. Каким да, образом так и он есть. Меня купил, так если я есть. Являюсь амбассадором, мне за это платят как бы нормальные деньги. Тебя он купил. Как он меня купил, если он купил у меня рекламу? Ты же, я прекрасно знаю, какой энергетики ты там пил, сейчас какой ты пьешь, я это знаю. Подожди, и какой я пил? Не буду сейчас говорить, я подожди, не хочу рекламу я делать. Я пил другой энергетик, да? Пил. Да, но да. Lit Energy относительно недавно вышел. Мой дорогой, два года назад или три года назад. Пил другой и решил пить другой. Вышел новый, вкусный. Получается, просто блогер взял тебя и других блогеров, там разных популярных людей, они на него работают. Ваш босс, получается, блогер, по факту. Он вам выплачивает зарплату, он вам ставит условия, на которых вы будете работать. И по факту вы делаете то, что он хочет. А ты и моих выпусков будешь показывать, наверное, Lit Energy. Я тебе не запрещаю, показывай. Не, по факту так и есть. Такую по факту. Херню несешь. Ребят, мне по смешно. Ребят, по факту, если мы говорим вот так, если я работал бы на какого-то блогера, этот Ахмед постоянно говорил бы, меня за это цеплял бы, он каждый момент старался бы пользоваться. Но по факту я тоже пользуюсь. Слушай, я людей по факту не обманываю. Я рекламирую то, что сам пью. Ты пьешь, да, нормальный, его? Нормальный, здравый продукт. Вопросов никаких подожди, нет. Подожди, я не говорю, что энергетик полезен. Он не полезен, если его пить много. Все вредно. Слушай, химия твоя вредна. Я ее не продаю же. Слушай, ты ее делаешь, ты показываешь пример. Покажите, где я ее делаю, пожалуйста. Поставьте ролик, где я говорю, что она вредная. Ставьте ролик, где я говорю, что она вредная, не делайте этого. Не повторяйте мои ошибки и берегите свое здоровье. Ребят, если вы думаете, что так можно накачаться, кушаю одну гречку, грудку и качаюсь в зале, вы сильно ошибаетесь. Без препаратов такую фигуру вы никогда в жизни не сделаете. Не слушайте эту ерунду, эти якобы фитнес-тренеры. Сами знаете, что делают, тем же самим занимаюсь я. Так что правильно питайтесь, тренируйтесь. Потому что если ты будешь напрямую рекламировать и не будешь так говорить, то это карается законом. Хорошо. Поэтому ты не говоришь. Хорошо. А мне какой смысл так? Ничего хорошего вот же в том, именно. Что ты это делаешь. Ты свое здоровье угробил, ты очень часто болеешь. Сколько я болею, раз... я уже вылечил, брат, уже год как похудел, и не было проблем у меня. Что ты несешь? А-а-а. Это раньше я болел. Угу. Вот. Сейчас, по поводу того, что я сижу на каких-то препаратах, чтобы накачаться, я это не скрываю, типа, что за ерунда, я это всегда говорю, и я говорю, чтобы не повторяли мои ошибки. Я говорю, вот это если вредно, по факту. Если кто-то хочет это сделать, даже хотя бы с врачом, обратитесь к врачам, там, сдайте анализы, проверьтесь. Это не повторяйте мои ошибки. Я наоборот подсказываю молодой. Потому что молодежь видит, что я качаюсь и хотят повторить то же самое. То есть будьте аккуратнее с этим. Ахмед, подкрепляешься, кушаешь? Еды нет здесь. Готовишься к гонке? Короче, мы приехали на картинг. Перед гонкой мы решили сделать чуть небольшой разогрев. Завтра у меня такой интересный сюрприз для Ахмеда. Я ему хочу предложить вот такие условия. Мы сейчас делаем гонку на картинге, и кто проигрывает сегодня в гонке, тот завтра с тарзанки с 200 метров прыгает. Ахмед, как тебе такие варианты? 200 метров, тарзанка. Согласен? Честно сказать, я прыгал с парашюта, но я слышал, что тарзанка в разы страшнее, тем более 200 метров. Самая высокая тарзанка в России. Прыгаем с самолета, а не с парашюта. Ну да, хорошо. Спасибо, что подправил меня. Так что вот такие варианты. Сегодня кто проигрывает гонки, тот завтра прыгает с тарзанки. Правильно я сказал, Ахмед? Наш гарматик. Все, спасибо. Гарматик. Это что такое?
Я сам, я просто общался, брат. Это что ты сделал? Это упал у меня. Не-не, вот тут. Прикинь, вот так упал, это же хорошо, что, брат. Ну, Расул, если я тебя на съемки взял, надо быть чуть поаккуратнее. Без проблем, брат. Телефон убрать там. Давай, давай я перезвоню. Это девушка была? Нет, это пацан. Что ты хочешь сказать нашим зрителям? Смотри, вообще в целом Расул хочет работать со мной. Я это знаю, но мы это не можем признать Ахмеду. Мы должны с ним один на один поговорить, чтобы этот разговор никто не узнал. Верно? Да. Вообще он в целом хочет кинуть Ахмеда и перейти в мою команду. Я по поводу этого подумаю, сделаю конкретное какое-то предложение выгодно и скину тебе этот, почту. Да сделаем так. Все, хорошо. Договорились. Что могу сказать? Но это не Е63. Тут максимальная скорость 60 км в час, а мы во время гонки разгоняемся примерно 260-270 за коты. Но эмоции будут, конечно, хорошие, потому что кто сейчас проигрывает на картинге, тот завтра скидывается с тарзанки 200 метров. Прикиньте, 200 метров, для меня это вообще страшно. Поэтому буду стараться максимально выиграть. Кто из нас проигрывает, тот на тарзанке прыгает, да? В принципе, Асхаба выиграть никакой проблемы не составит. Особенно, когда два одинаковых автомобиля. Ну, то есть, понятное дело, что опыта у меня будет побольше. Хотя, я на картингах, честно, особо не ездил. Но даже учитывая это, у него веса больше. И как минимум из-за этого машина будет медленнее ехать, понял? У меня будет пошустрее вот эта машина. И я не знаю, я просто на лайте буду ездить, мне кажется, я выиграю. Так, я должен сделать лучший круг, а его догнать не получается, места для обгона нет. Итак, сейчас будут оглашены результаты. Учитывайте, что я... Так, чтобы Асхаб мне не мешал, проехал только два круга. Но в любом случае, я думаю, что я выиграл, потому что я, ну, чувствую, как значительно быстрее проехал эти круги. Тебе так кажется? Ну, тебе так кажется? Я чувствую, наоборот, что я выиграл 100%. Угу. Вот. Мы ждем тогда результаты, кто выиграл. И да, кто проигрывает, кто проиграл в этой гонке, тот завтра прыгает с тарзанки 200 метров. Договорились? Да. Все, договорились. Самым быстрым в этом заезде... оказался участник на карте номер 9. Кто ехал на 9-м карте? По-моему, я. Ахмед. У Асхаба лучший результат был 39.50. На секунду медленнее. Угу. То есть Ахмед выиграл, да? Да. Ахмед оказался быстрее. Прикинь. Базара нет. То есть надо было один круг сделать быстрее, да? А потом можно было ехать в спокойном темпе. А, прикинь. Мне завтра с тарзанки прыгать 200 метров. Да. Ты боишься, мне кажется. Потому что ты вот с такими мыслями, что я испугаюсь этого, решил там, кто проиграет, тот прыгнет с тарзанки. В итоге проиграл сам. Не, проблем нет, прыгну. Сейчас, тебе не страшно? Страшно. Ну, а что мне не страшно? Много что было страшно, то, что я делал. Мне даже бывает... Ты понимал, мне вообще не страшно. Да? Да мне кажется, я бы прыгнул там вообще спокойно. Я тоже прыгну. Ну, я прыгну завтра. Так что, что, завтра тогда будем прыгать с тарзанки 200 метров. У меня впервые, я допрыгал в пару. Будем мы? Я тоже? Я буду прыгать. Ты что хочешь делать, но я точно буду прыгать. Ну, я же проиграл спор, я же не могу сейчас заднюю дать. Хоть я боюсь этого, не боюсь. В любом случае, уже сказано. Я, честно сказать, думал, что я выиграл. И такое, знаешь, разочарование. Ну, ничего страшного. Не расстраивайся. Не расстраивайся, спасибо. У тебя еще вся жизнь впереди. Да. Ну, ничего, я в гонке выиграю я. Потому что я знаю, что моя машина быстрее. Хорошо. Вот. Прикиньте, я думал, я выиграл. Реально говорю. Но не просто на камеру, вот реально говорю. Думал, что я выиграл. Я хотел, чтобы Ахмед прыгнул. Придумал такое крутое задание. Хотел проверить душок Ахмеда. В итоге я сам эту яму попал. Проиграл в картинге. Поэтому, ну что, придется прыгнуть.
придется прыгнуть. Поговорка такая, не рой яму другому, а то сам попадешь туда. Туда я сам попал я. У меня был, конечно, страх, что я могу проиграть и что мне придется прыгнуть. У меня, да, есть такой небольшой страх высоты, но мы снимаем контент. Это впервые у меня будет, почему бы и нет. Я как бы давно планировал и хотел, может быть, сделать это. Поэтому все первый раз. И да, Ахмед, наверное, очень сильно проголодался. Тут большая команда, надо всех накормить, напоить. И уже, наверное, чтобы Ахмед накопился сил, набрался сил. Потому что в скором времени нам предстоит настоящая гонка. Даже во время картинга чуть такие переживания были. А прикиньте, во время настоящей гонки я боюсь представить, что у меня будет на душе. Я же не гонщик. Я кто? Я блогер. Так, друзья, мы уже выехали из картингов, на улице стемнело, я решил на пассажирское сесть, теперь Асхаб за рулем. Да, теперь я водитель Ахмеда. Я решил, что ты с дороги, наверное, в любом случае проголодался, ты тут кушал там печенье, какие-то сладости, ага. Сникерсы. Ага. Я тебе сейчас нормальный ресторан отвезу. Спасибо тебе большое, но я сам себя тоже могу в нормальный ресторан отвезти, ну, чтобы ты знал. Я же сказал, чувствую себя... Ты чисто, чтобы контент снять. Я сказал, чувствую себя как дома. Ты можешь мне такое говорить у себя дома, а сейчас ты не у себя дома, поэтому... Я считаю, поэтому что... вот я тебе говорю... Брат, чувствую себя у меня, как дома. Брат, у меня и в Сочи квартира есть, это мой дом. Почему нет? В каком случае хорошо, это мой дом? Хорошо, Москва, ты мой меня дом? В гости позовешь на чай? Конечно, конечно. Когда? Вот сейчас в этом ролике? Хочешь? Хочу. Без проблем. Не, брат, ты не веришь в мою квартиру? Ты же сам как бы, ну... Не верю. Я тебе могу документы показать. Не знаю, может и есть, ничего не говорю. Просто ну я вот. думал, что нету, и думал, что ты опять накидываешь. Но если ты говоришь, я тебе верю. Конечно. Ты же как мужчина отвечаешь за это? Конечно. Серьезно говоришь? Конечно, я тебе серьезно говорю. А, все, тогда вопросов нет. Я же занимаюсь этим, ты сам знаешь. Да. Закупаешь. Но я никогда в жизни не видел ее, прикинь. Я себя могу, да, вот так снимать? Да. Видно, да, там экран, меня? Экран развернуть. А, прикинь. Четко видно прям, я могу четко с людьми общаться. Я-то привык с айфоном. Так, ну все. Он решил меня своим личным оператором сделать. Да, все, мы доезжаем до ресторана. Тут есть разные рестораны, но Ахмед сам выберет. Нет, на твое усмотрение, мне разницы нет. Я вообще только хочу... счет я закрываю. Ма. На? На камеру решил закрыть счет. Все? Там нормально выйдет, я думаю. Ну и что? Монета есть? Конечно. Lit Energy нормально платит? Если я тебе эту цифру озвучу, ты сам захочешь. То есть ты признаешь, что тебя купили за интересную нет, сумму? Нет. Брат, ты жам то, что сейчас нет. Только что сказал. Я же не сказал, меня купили. У меня купили рекламу нормального продукта за хорошие бабки. Если даже хоть будут платить не миллион вот долларов в месяц, я не буду рекламировать. И вот я отвечаю тебе. Как обманывается 3D. Брат, ну ты сам знаешь, я не буду этого делать. Идем. Не закрылся он. Все, закрылся. Вот сейчас закрылся, да. Все, пропал. Угу. И идем в ресторан. А у вас есть бананы наподобие вот банана? Или носки с бананами? Авокадо. А нет, авокадо нет. Авокадо. Нам банан нужен. Так, я хочу вот... Да. Ребенок маленький. Мне что ли это? Да. Мне не нужно это. Оставь, пожалуйста, ну, подарок, брат. Так, сколько? Мне кажется, он выкинет, но не донесет, да. Выкинешь, даже подарки мои. С чего ты взял? Почему ты такого плохого мнения обо мне? Просто ты хоть один раз сделаешь что-нибудь хорошее без камеры. Ну, моими этими тоже пользуются. Ну, не моими, так-то много кто делал. А может. Почему у вас нету с бананами? Может, поищите? А, вот, тебя же Давидыч арбузом обозвал. Ага. О! Меня он обозвал, да, арбузом? Ну, там арбузы, там. Вот, а давай ты ему сейчас позвонишь и скажешь, кому ты арбуз сказал. А кто, ну, по поводу, это все с тобой началось. Но... Потому что единственная машина, же... которая подожди. Называется наподобие как фрукт, ага. Синоним, это банан. Ага, вот, и? Бананы, арбузы, вот тоже носки. Ага. Вот. Это подарки, подожди, ты говоришь, он меня обозвал арбузом. Ну, но зачем? Твое направление. CLS, бананы, фрукты, арбузы. Ну, точно не E63, если... не Lamborghini. Если ты был бы на моем месте, тебя бы это задело, да? Я позвонил бы, спросил бы, а зачем так-то называешь? Понял? А меня это не задело вообще? Это что, бананы, честно арбузы говоря, это сказал? Круто.
Ну, типа, он меня никак не оскорбил. Если ты от этого оскорбляешься, то тебе надо поработать с психологом. Я согласен с этим. Вот. Я согласен. А Давидыч просто хотел хайпа. Да? Он увидел то, что я получил на хайпе, он. Банан на хайпе. Сколько? Так, торговаться будем? Нет. Вообще не будем? Ой, ребят, пожалейте меня. Так, 1300, давайте 1000 рублей. 1000 рублей. Алтарь, тысячи, дай. 1300. Дай. У тебя в руках или в пакет? В руках. Так, давайте так. Ой, у меня нету налички. 200 рублей тоже забрал ты? Возьмите, это вам от меня. Подарок. Это, все, погнали дальше. Тебе знаешь, что нужно? Я тебе сейчас скажу. Я тебе сам куплю. Панаму купи, ей нормально, серьезно, тему купи. Диор, кепку. Сейчас я тебе куплю, знаешь что? Вот эти спортбасанушки тебе залетят красиво. Вот эти босанушки. Где здесь? Кто здесь? Нет, что ли, никого? Вот эти девушка! Босанушки. Нормально идет же? Как не идет? Эй! О, не зашло даже? Да. В тему. Ее тоже берем. Большой, маленькая. Нормально? И вот эти босанушки тоже дайте девушке. А есть более серьезная такая панама? Эти босанушки. Более серьезная панама? С бананами. С бананами? Вот ты летнюю хочешь? А зимнюю тоже, вон, летнюю тоже. Бананами, но именно с бананами. Пойдем все с бананами поищем. А вы не хотите бесплатно нам подарок сделать за рекламу? Мы вам рекламу, а вы нам... Я сделаю, ребят. Бесплатно сделаете? Я вас сегодня обрадую. Вот я вам дарю. Спасибо большое. Так, Ахмед. Так. Могу я вас тоже обрадовать? Да ты что? Да. Спасибо тебе. Вот эту халву мы тоже возьмем. Вот эту халву. Да. Вот. Смотрите, ребят, какая у нас халва крутая. Кунжутно-тахинная. Я возьму... Давайте еще один мармелад я возьму. А тут нет свинины, да? Нет. Возьми вот этот мармелад, возьми, я просто мармелад не ем. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Так что вот так вот. Нет, спасибо, чувак, давай, брат, мы этот закинем тебе за кепку. Нормально. Не, он же говорит от души. Да. То, что дают от души, нужно оставлять. Да, спасибо большое. Все, спасибо большое. Заезжайте вот в это, где? Адрес какой, да, здесь? Да, так. Набережная Лаванда 2, заезжайте. Да. Спасибо им большое за подарки. Сочи, Красная Поляна. Так что... Вот просто подарочки. За 3000 реклама. Новогодний подарок. Ребят, сделали, за 3000 реклама. Наверное, в этот выпуск будет смотреть под Новый год. Есть много людей, которые празднуют Новый год. Я хочу пожелать всем здоровья, радости в новом году, чтобы вы ворвались в 24-й год с новыми целями, чтобы что у вас все получалось. И Ахмед, пожелай что-нибудь на 24-й год, пацана, ну, чтобы успеха добились, да, в жизни. 24-й год. Ну, неважно, какой год. Ну да. Вообще, в целом, я могу всем пожелать успеха. Но это ни к чему сейчас. Для чего это вот сейчас делать? Ну, вообще, этот ролик... Честь они, наверное, чего? Они под Новый год будут ролик смотреть. Ну, просто. Есть же ребята, которые отвечают. А какая разница? Новый год, не Новый год. Удачи желаю вообще по жизни. И неважно, какой это год. Сейчас пока да, вообще, в целом, я просто пока... в тему сказал это. Ты не мог просто... Чтобы... Ну, ты хороший парень, ты красавчик, я ладно. Ничего не говорю. Такой противный, такой противный. Тогда гуся сюда закинь. Мы выехали на Rolls-Royce, а Ахмед там сейчас своим гусем. Так, смотри, здесь носки. Покажи, с арбузами. Какие носочки. Давидыч взгрел меня, понял? Давидыч взгрел, да. Реально. А я Давидыча самого могу взгреть, кому по кайфу. Он да? Это не понимает. Же. Да, конечно. Да. Ну, братан, ему-то, если он увидит, он не понравится. И что? Мне тоже может много чего не понравится. Да нет, Давидыч, все нормально. Как бы он нормальный пацан. Реально. Ты хороший парень, Давидыч. Он реально, я тебе реально парень. Говорю? А? Я реально говорю. Хороший пацан, да? Да, все. Не пацан, а уже мужчина. Да? Да. Мужчина? Так что вот этот гусь, откуда у него? Так. Это так, я в Инстаграм закинуть. Все, ребят. Погнали! Так, подожди. Я хочу, чтобы ты поел, братан. Этот человек у нас как бы впервые в ресторане. Вы ему помогите? А с чего ты взял, что я впервые в ресторане? Ну, в таком ресторане ты впервые. А с чего ты взял, что я впервые в таком ресторане? Ты как мужчина за это отвечаешь? А почему у тебя каждое слово отвечаешь? Мужчина, мужчина? Ну, потому что я это чисто по отношению к тебе, я вот так вот задаю вопрос. Тебя это задевает? Нет. Тогда успокойся, брат, расслабься. Не, я тебе говорю, потому что ты много... Как вам ржаться? Смотрите, мы у вас впервые в этом ресторане.
посоветуйте нам, знаете, на свой выбор что-нибудь там предложить самое вкусное. 100 грамм это сколько? Это вообще мало, да? 100 грамм это нормально. Это немного. Братан, 100 грамм, это знаешь, 1/10 часть килограмма. Да, я знаю. А зачем спрашиваешь? Ну, просто объем хочется знать. Я же не взвешивал, понял? 200 грамм это 2-100 грамма. Серьезно говоришь? Камчатский краб, авокадо и... так. Да, небольшая закуска в стиле тако, на слайсах арбузной речки. Эй, еще вопрос такой. У вас есть гранатовый фреш? Да, конечно. Можно, пожалуйста, гранатовый фреш? Банановый фреш есть реально? Нет. А можно мне банановый фреш сделать? Тут банан, банан есть. И клубничный мохито тоже сделайте ему. Честно сказать, долго выбирали. 100 грамм, 200 грамм, сколько как бы, ну, сложно тут разбирать. Первый в ресторане, как бы вы понимаете, наверное. Ахмед, как тебе ресторан? Нормально тебе? Rolls-Royce, ресторан, как бы впервые в жизни, да, у тебя такое? Сочи, автодром. Первый раз в жизни. Прикинь, вижу, тебе предстоит настоящий год. Я есть буду первый раз в жизни сейчас. На Сочи автодром. Это самая крутая трасса, где проводили соревнования, да, Формула-1. Да, понимаешь? Да, круто. Это тебе не бананы, это тебе не арбузы, да. Это тебе не Давидыч. Да, это жизнь, о которой я даже не мечтал. Это даже не Lit Energy. Это клубничная мохито. Послезавтра, когда я тебя сделаю, мы обсудим с тобой. Окей? Да, хорошо. А сейчас оставят эти гонки, машины. Мы уже сколько раз эти гонки обсудили? Отдыхаем, да, сегодня? Я больше не хочу эти гонки обсуждать. Ну, вообще не хочу. Но ты человек, который потерял доверие. Очень сильно потерял доверие. Почему? Ты это сам тоже понимаешь. Почему? Прекрасно понимаешь. Да ты даже когда розыгрыш делал, да, автомобиля GT, тебе пришлось поклясться Всевышним, потому что тебе никто не доверяет. Тебе такое... люди не доверяют, ты сам это понимаешь. У меня конкретный вопрос к тебе. Когда я разыгрывал GT, я вообще не знаю, к чему это. Ты веришь в то, что я GT разыграл реально? Да. Я реально ее разыграл. Я верю, я знаю. Вот. Все те конкурсы, которые я проводил, у тебя есть сомнения, что я подарки не отдал? Но ты же тоже у меня был спонсор. Из тех розыгрышей, за которыми я следил, я уверен, что ты отдал. Вообще, чтобы вы понимали, когда я разыгрывал Соляриса, да, здесь Соляриса, Ахмед у меня был спонсором. Один из 10 спонсоров, если не ошибаюсь. Он мне заплатил кучу денег. Могу сказать цифру? У меня было 10 спонсоров. Каждый спонсор стоил 3,5 миллиона рублей. Ахмед мне заплатил и как бы принял участие. Ну, понятное дело, он знает, у кого брать спонсорство GIV, он знает, где можно набрать хорошую аудиторию, поэтому он обратился ко мне и набрал неплохую, так сказать, аудиторию. 1,5 миллиона человек, не знаю, сколько отписалось, наверное, все отписались, потому что они никому не интересны. Но в целом я привел 1,5 миллиона подписчиков за неделю. Ахмед на такого не способен. Ну, разный уровень. Я хорошо. Там, Ахмед тут. Все. Ахмед CLS, Остап Rolls Royce. Кто себя возвышает, однажды будет унижен. В плане работы, брат, я говорю, в плане работы. Ну давай сейчас тем, не как личность, работы, не как личность. Ты сейчас уже заднюю сразу кидаешь. Не, ну не как личность. Скорость передачу поставил, ставьте кадр как шик-шик. Понял? Я такой чик-чик. В общем, мы находимся в Сочи. Серьезно говоришь? Да, мы в Сочи находимся, да? Мы находимся в Сочи. Скоро нам предстоит гонка с Ахмедом. Давайте оставим эту реально гоночную тему, чуть покушаем, расслабимся. Завтра уже там бам-бум-бум-бум, и послезавтра и все, домой. Очень понятно. Ахмед, домой. Бам-бум-бум-бум, я тут после своей победы остану, чуть кайфану в Сочи. Да, надо отпраздновать, я застолье полностью сделал команде Ахмеда, вам тоже, себе тоже. Пару дней кайфануть. И уже в Москву, а он домой, без CLS-а. Кстати, у меня есть такое предложение, Ахмед, кто проигрывает в гонке, тот должен что-то сделать. Я ему предложу, а согласиться или не согласиться, это уже его выбор. Принесли нам еду, Ахмед отошел. Попробуем. Я еду как люблю. Очень вкусно, но очень солено. Клубничная мохито. Кстати, вот этот прикол, да, если мне дали выбор между McLaren и Bugatti, я выбрал бы клубничный мохито. Ерунда полная, короче. Я раньше пил его, мне напиток реально нравился. Реально, вот по факту вам говорю, раньше мне этот напиток нравился. По факту, я не вру. Я много его пил. Мои даже друзья это свидетели. Но сейчас мне этот напиток не нравится. Что вы с ним сделали?
Вы его испортили. Сделайте его вот таким сделайте. Он очень вкусный. Я по факту говорю, не в обиду, ребята в компании, я знаю, что вы это увидите, но мне ваш напиток сейчас не нравится. Раньше он был очень вкусный. Я тебе отвечаю, раньше я его брал шаурму, пил клубничный мохито, мне он очень нравился. Он стоил, по-моему, я не могу соврать, 45 рублей, что ли, вот так 40 рублей он стоил у нас в Чечне, но сейчас он мне не нравится. По поводу Lit Energy хочу сказать, неплохой напиток, понял? Вот я же постоянно, Ахмед пока отошел, я же постоянно говорю там, туди и сюды, короче. Против блогера я ничего не имею, я уважаю Литвина, я уважаю Гусейна, Давидыча, всех ребят, которые работают в этой сфере, я реально уважаю, Суба тоже, все красавчики. Просто мы же говорим конкретно про продукт. Я пил Lit Energy, я говорил, это вкусный сок, да, вкусный сок, но ничего такого необычного я в этом не почувствовал. Оскорбить никого не хочу, не задеть тоже не хочу. Ахмед тоже красавчик, газует за Lit Energy. Понятное дело, ему там заплатили за рекламу, является амбассадором. Но я ему скоро дам напиток попробовать, очень вкусный напиток. И пусть он уже скажет, что вкуснее, Lit Energy или тот напиток, который я ему предложу. А вы уже сами посмотрите, где Ахмед? Что за панама у него? На, держи. Слушай, ты откуда это нашел? Подарили. Ты же не смог. Мне идет подарить. Или нет? Нормально. Пойдет. Мне идет? Идет? Нормально, да. Слушай, мы тут общались. В общем, на пару слов без тебя сказал. Надеюсь, ну потом посмотришь, надеюсь, не обидишься ты. Я попробуй, не попробуй. Если ты мне это не можешь сказать, а там за спиной, как обычно, ты любишь. Оставить или не оставить? Убрать? Братан, да, стрёмно вообще. Колхоз. Но я себе его оставлю, отвечаю. Хотите, разыграю, ребят? Ну реально. Автограф оставлю Ахмеда. Ахмед у нас... У Ахмеда реально очень сильная фан-база, с этим я не поспорю. Бывает толпа пацанов, молодежи, да, мы спрашиваем, за кого вы болеете, все болеют за Ахмеда. Будь бы я подростком, молодым, ну, я тоже, может, сказал бы за Ахмеда, потому что у Ахмеда такая пацанская атмосфера, CLS, и в целом сказать так, что CLS самая популярная машина в России. Этим не поспорить, и не будь бы это так, я бы с ними гонку не делал бы, это факт. Но реально CLS делает вещи, делает конкретные просмотры. Нету, наверное, ни одного блогера, с кем мне интересно было бы заехать и устроить гонку. Вот по факту. Нужно отдать должное. Но именно поэтому мне принципиально выиграть Ахмеда в гонке. Только поэтому. А так, Ахмеда у меня хорошие отношения, у меня нету к нему какой-то ненависти или все, что я говорю, как на камеру, ну, да, что-то, что ж... Да, ну, давайте ему можно, пожалуйста. Все, да? Можно, пожалуйста, еще ему? Не-не-не, мне хватит. У меня просто и так соус острый. Эх, хватит, хватит, достаточно. Это реально соль или что-то? Да перец. Все-все-все, хватит, друг. Вот сейчас, сейчас, ты такой тихенький, спокойный, потому что нету Заура, нету твоих друзей. Мы с тобой один на один с моими операторами. Можно сказать, мы втроем с тобой. Это мои ребята, мои друзья. Ага. Вот, а ты такой одиночки. Комфортно ли тебе с нами, как бы, ну... Это что? Это как называется? Фейх, не фейху? А как называется эта ерунда? Это не лайм, я забыл. Это есть можно, да? Конечно. Вот это надо есть или вот эту часть? Я говорю, Ахмед впервые в ресторане. Я такого ел, но я не знаю. Мне вот интересно, как оно называется принципиально. Нормально. Нормальная штукенция, да? Честно. Как тебе мохито клубничный? Я как раз таки говорил там, ты же видел рекламу, которую я делал, да? Тебя же купили они, да, получается? Ну, по твоей логике. Смотри, я тебе даю слово. Вот если это вранье, если это вранье, пусть мои друзья меня назовут балаболом. Я раньше постоянно пил клубничный мохито. Я согласился на эту рекламу, думал, что он такой же вкусный. Я попробовал ее, он не такой, его не поменяли, что-то испортилось. Я раньше постоянно пил клубничный мохито. Тебе не понравилось? Мне не понравилось. Но ты отрекламировал то, что тебе не нравится. Мне это нравилось. Я его сейчас пью, он испортили его этот продукт. Испортили. Ты получается... Я это признаю. Испортили его продукт. Ну, а там за рекламу ты прорекламировал, за деньги, то есть. Он нормальный был, его испортили. На тот момент, когда ты пил. Я тогда был на диете, я его даже не пил на рекламу. Я на диете был, я его не пил даже, прикинь. Тогда мы прикинь, вот так, мы его так сделали, короче, он невкусный был. Но ты его отрекламировал, несмотря на то, что он был вкусный, за деньги. А я вот, пацаны знают, я Lit Energy постоянно пью, конечно. Пью. Я не хочу говорить, ну ладно. Что ты не хочешь говорить? Кушай, Ахмед, кушай. А то босс поругает.
Не, просто я не могу говорить, я не хочу его подставлять, понимаете? Кого подставлять? Ну тебя. Слушай, а можно этот ролик скрыть от босса? Сам же придумал и сам же газует за то, что он придумал. Это знаешь, типа, блин, Асхаб, ты такую вещь сделал, я не хочу рассказывать никому. Я в шоке просто от тебя. Если я людям это расскажу, они не то что от тебя отпишутся, они на улице тебя увидят, все нападать будут на тебя. Расскажи. Я не хочу рассказывать, брат. Не буду рассказывать. Мне вообще стыдно даже такое озвучивать, то, что ты сделал. Просто позор тебе. Я разрешаю. Даже руку не хочу. Я разрешаю это рассказать. Да, если я это расскажу, ты это вырежешь. Операторы, свидетель? Давай. Это же твои операторы. Ну, они не вырежут же, да? Давай, как бы, без монтажа, как есть, давай. Ага. Все, пошла закусочка. Еще так. Между тем, что он не вырежет, же спросил, а потом пошла закуска, сказал, и что я рассказал, что он сделал. Я не знаю, он вырежет или нет. Расскажи. Расскажешь? Я уже рассказал. Прикинь, что ты врешь? Он специально это сделал. Вообще склеек не было. Склеек не было. Вот так же оставь, как есть. Отвечаю, не уберу. Понимаешь, мне твоим операторам стыдно рассказывать. Ресторан мне нравится, я сюда обязательно еще приеду после победы. Есть одно видео, такое смешное, знаете, Ахмед тогда молодой, я тогда тоже занимался блогерской тематикой, он раньше меня начал. Есть такое видео, где его привязали к дереву скотчем. И чё? Можно это видео вставить? Самое мое любимое видео. Можно? Не обидишься, честно? Это, по факту, мое самое любимое видео. Ахмед, еще будешь спорить? Вот посмотрим, в следующий раз я с тобой что сделаю, посмотрим. В следующий раз я с тобой. Серьезно, говорю, я с тобой не поспорю. Поспоришь, куда ты денешься? Как у меня все болит. Я на одну фотографию Асхаба нарвался. По-братски вставьте ее, я вам скину. Что за фотка? Ну такая интересная, да, люди уже увидели. Просто на паузу поставьте внимательно, просто посмотрите. Вы на это видео посмотрите лучше. Вот. Это зашквар, чем твое видео? Зашкварнее? Ну не зашкварнее, но ты смотришь так и думаешь. Ема, что такое, да? Да. А так у меня много видео кринжовых. Ну, кринж, понял? Не, так? Это смешно было, ты молодой там. Подожди, стой. Ну там 16, 17, 18 лет. В этом возрасте всякую шляпу снимал. Но знаешь, я, например, даже у меня на канале есть там самый первый ролик, там 4-5 лет назад, я не удалил это видео. Я тоже. Знаешь почему? Потому что я тогда был молодой, и мне тогда было можно. Понял? То есть я не должен этого сейчас стыдиться, позориться и так далее. Но сейчас я бы такое не снял, это кринж, понял? Ахмед, я ни в коем случае не сказал, что это стыдно. Я не говорю, что ты сказал. Да, потому что я, видя свои ролики, что я делал буквально год назад, два года назад, или даже полгода назад, я реально отвечаю, мне чуть стыдно. Мне чуть стыдно. Даже что я делаю вчера, бывают такие моменты, да? Поэтому это нормально, мы растем с каждым днем. Мне всего лишь 22, Ахмеду 22, 23. 23? Поэтому 23. Мы растем, развиваемся. И вообще, честно сказать вам, честно вам скажу, я из бедной семьи. Ну как бедная семья, у меня обеспечена, ну как бы, самодостаточная семья. Я думаю, Ахмед тоже и не из богатой семьи. И моя цель, это почему я начал заниматься блогерской тематикой, потому что мне это нравилось, а в вторую очередь я понял, что тут можно заработать. И если у меня была бы богатая семья и не было бы необходимости в деньгах, я ролики не снимал бы. Ну, иногда такие мысли мне просто в голову приходят. Ну да, мне моя работа нравится и меня все устраивает. А мне кажется, так получилось, я бы по-любому снимал ролики, снимал, даже да. Если бы я был из богатой семьи. Потому что в начале, когда я начинал, лет в 14-15, я даже не знал, что на это можно зарабатывать. Вообще не имел представления, что можно как-то делать деньги. Я просто хотел именно вот, знаешь, ты что-то создаешь, люди смотрят, им интересно, они комментируют, там, оставляют свое мнение, то есть как-то вот радовать людей каким-нибудь интересным контентом. А так первые деньги я заработал, наверное, лет в 17-18, там. Серьезно? 500 рублей реклама. Серьезно, понял? Что ли? Да. Ты же вообще рано начал заниматься. Да, я говорю именно вот со своей деятельностью. А тут это не зарабатывал? Я до этого работал сушистом 4 года. Подожди, ты знаешь, как я начал заниматься блогерской темой
14-15 лет. Ты раньше меня начал. Да. Ты до этого не зарабатывал. Не зарабатывал. А я знаю, что я продавал графики тренировки, помнишь? Да. Я докачался. Клянусь тебе, прикинь, я в месяц зарабатывал 400 тысяч тогда. Прикиньте, молодец. Я тогда понял, что это можно похвально. Я понял, что можно заработать, короче. Я тогда видел Ахмеда с Николаевым, с Соболевым, там, помнишь, ребятами популярными? Да. Тогда я был в селе, честно сказать, завидовал ему. Вот. Тогда Николай Соболев конкретно популярный человек был, помнишь? Да, сейчас, я сейчас его не смотрю. Я тоже не смотрю. Ну все, ребят, нам принесли счет. Ахмед, как обещал, будет оплачивать за нас. Так, как думаешь, какой счет у нас? Кто ближе бьет? Я думаю, знаешь, сколько? Сколько? С учетом того, что операторы тоже ели. Да. 18-100. 18-100. Я говорю 16-500. Угу. Так, открываем. Смотри, вот это. Так, переворачивать или вот так, или вот так, или вот так? Нет, все правильно. Вот так, да? Сколько? Я вижу уже цифру. Прикинь? Ну. Ну, я ближе оказался. Максимально близко прям. Так. Да, 19. Ахмед ближе был. Да? Кто будет оплачивать? Не по этим правилам. Я сказал, что я оплачу, поэтому я оплачиваю. Все, оператор. Два очки. Давайте. Два очка вам. А, вы прям можете распечатать, да? Все, оплатил. Все. В общем, ребят, мы поели. Время уже позднее, 9 часов вечером. Я лично устал, я думаю, Ахмед тоже. Я думаю, уже нужно сегодня заканчивать. Завтра утром мы встретимся с вами и уже поедем. Ну, мы поедем, а я прыгну. Это для нас завтра утром, а для них это знаешь когда? 5 секунд, да. Вот сейчас. Вот. Прям сразу переходим в утро, да? Да, сразу, вот так. Все. Убери, да, убери, дай чаю. И начните с асхаба. Мы дальше едем, едем кайфовать. Мы едем дальше кайфовать? Да. А? Куда едем? Камеру уберите. Убери, да, по-братски. А, ты отставляешься? Егось, хотели небольшим комплиментом сладко. Комплимент? Ой, а почему? Подожди, не заканчиваем. Что там? Друг, а почему ты раньше не принес это? Так получилось. Только спасибо вам большое. Так, расскажу. Это Анна Павлова с курмой каштановой. Я думаю, мы разберемся. Медовик с вишневым соусом. Подожди, это Анна Павлова, а еще кто-то, какой-то другой Павлов есть, да, мужик? Еще какой-то Павлов? Да. Ну, муж ее получается. Наверное. Да, это Анна Павлова, да? А был еще кто Павлов? Имя какое? Десерт Павлова. Это кого десерт? Это Анна Павлова. Нет, Павловой тогда было бы, нет разве? А говорят, десерт Павлова, значит, это пацан. Да не мужик, а это куча, да. Это фамилия. Не, ну ты сам под десерт Павлова, говорят же. Там, например, Кирилл Павлов или там Асхаб Павлов. А это Анна Павлова. И она другая. Муж с женкой, понял? У них дети какие интересные. Доброе утро, мы хорошо поспали, Ахмед еще спит, наверное, я ему звонил, стучался, что-то он сказал, что собирается пока что. Вот такая у нас погода дождливая, прикиньте, зима, но тут все цветет, растет, это, конечно, ощущается после холодной Москвы, когда в Москве минус 30, а тут, наверное, плюс 15, плюс 20, если не больше. Тут даже мандарины растут, пойдемте мандарины. У меня как бы... Но я как бы понимал, что в Сочи, в Адлере, там, в Краснодарском крае растут мандарины, но никогда в жизни не было у меня такого, чтобы я сорвал мандарин с куста и его съел. Прикиньте, вот вчера был дождь, сегодня тоже, и на завтра у нас запланирована гонка, арендована трасса. Чтобы вы понимали, стоит очень все дорого. И надеюсь, прогноз погоды нам не соврет, и надеюсь, что завтра мы сможем организовать. Говорят, тут погода может очень быстро меняться, поэтому у нас есть только одна надежда на завтра, потому что все остальные дни показывают дождливая пасмурная погода. А в такую погоду организовывать гонку, тем более такую серьезную, ну какой смысл? А вон там, кстати, Ахмед тоже идет. Смотри, мандарины как растут тут. Круто, нет? Вот свежий тебе мандарин.
Эй, смотри, а это что такое? Эй, что такое? Оно само оторвалось. Ахмед, это что такое, как ты думаешь? Крепкие груши. А смотри, фейхуа тоже растет. А где мусор? Ладно. Ахмед, фейхуа попробуй, очень вкусная тема. Ошалеть, какие вкусные мандарины. Вкусные? Ахмед, попробуй фейхуа. Не, я не хочу это пробовать. Попробуй, я тебе отвечаю, говорю, очень вкусно. Это то, что мы пробовали в ресторане, да? Да. А зачем пробовать? Я же и так пробовал. Ну, чтобы она свежая выросла. Я не хочу пробовать, да? Что ты, то, что ты должен говорить, я делать, что ли, должен? Так и умрешь скучной жизнью тогда. Не пробуй. Оставь. То, что я пробовал, ты в глаза не видел. Я знаю примерно, что ты пробовал. Метанол, что ли? Ты знаешь, если метанол выпить, мышцы растут. А что, фармакология? Это что такое? Напишите в комментариях, что это такое. Это апельсин? Я его заберу себе. Да-да-да, это апельсин. Знаешь что? Это быть не может. Это помело. Это помело, да? А, да. Огромные растут и помелы. Да, это помело. Да, но они еще маленькие, они огромные должны быть. Да. Это точно не апельсин, но цитрус. Цитрус. Значит, получается, что в Адлере хорошо растут цитрусы. Или мы туда просто попали. Давай еще один мандарин оторву, пока хозяйка не увидела, погнали. Я сегодня проснулся и понимаю, только сегодня осознаю реально, что мне придется прыгать 200 метров. Тем более в такую погоду, а я не готов. Я думал, что ты прыгнешь. Нет, смотри, ты как ты думал, что я прыгну, если мы на картингах соревновались? Ты что, не знал, что ли, что я выиграю там? Я не знал, ты я даже думал, не что предполагал. Я выиграю. Как ты можешь выиграть на картингах? Во-первых, у тебя опыта меньше вождения автомобиля в целом. Во-вторых, одна ты, секунда, тяжел... одна... ты тяжелый. Одна секунда. Но у меня было две попытки, чтобы ты мне не мешал, я только два смотри, круга сделал. Я, прикинь, думал, что надо все круги объехать на скорость. Но я ошибался. Но... Ошибался, моя проблема. Погнали. Я, честно сказать, думал, что надо будет все круги объехать на скорость. Оказалось, что один круг достаточно в картинге объехать на максимальную скорость. И все. Ахмед, я сегодня на Rolls-Royce, ты вон там на 14-м. Ну ничего страшного, я на ней тоже могу поездить. Ахмед! Гуся тоже забери. Ключи где одни? Гуся тоже забери. Эй, я на такси поеду. Поехали со мной. Не хочу я с тобой ехать. Поехали. Гуся хоть возьми своего. Не хочу я. Возьми. Не хочу. Ладно. Я его Ахмеду Гуся вот такого подарил, а он не хочет его брать. Ну ладно. Погнали. Не хочу я с тобой ехать. Почему? Просто твое присутствие меня вымораживает рядом. Пошел ты. Я издалека посмотрю на то, как ты прыгаешь. Вернее, на то, как ты испугаешься спрыгнуть. Ты я знаешь, испугаюсь. То, что, ты знаешь, сердце может остановиться у человека. Я испугаюсь. И этот тросик порваться тоже 5 секунд может. Там уже 6-7 случаев, я знаю. Просто они скрывают. Да? 100%. Я прыгну. Как? Я прыгну. Ну, то есть ты рискнешь своим здоровьем. Своей жизнью. Да. Да. А своей жизнью нельзя рисковать. Да? Да. Знаешь, поспорил с тобой. Как? Я ждал слова. Какого слова? Что я прыгну, если я проиграю. А, ну ты обычно не сдерживаешь слова, здесь тоже можешь не сдержать как бы. Черт, он знает, что я боюсь прыгнуть. Ладно, я пожалею тебя, только дай я за руль сяду. Садись. Ты же ее на прокат взял? Да. Я сам оплачу за ее прокат. У меня в Сочи в Rolls-Royce. Но я в Москве есть Rolls-Royce, брат. Cullinan. Я тебя поздравляю. Где? Что? Пытается разобраться, как гонщик. Покажи. Как гонщик, да, Rolls-Royce? А, я понял. Показать, Ахмед? А, все. И теперь? А что ты хочешь с ним сделать? Зачем ты достал зонтик Rolls-Royce? Я хочу под зонтиком Rolls-Royce отельный зонтик отнести. Вот такой кайф. Сейчас придется этот весь кайф нарушить этим прыжком 200 метров. Прикинь, 200 метров прыжок. Вы понимаете, сколько это? Вы когда-нибудь бежали 100-метровку? Вы знаете, как это далеко? 100-метровка. 200 метров прыгнуть, прыжок, пропасть. Одна канатная, какая она канатка вас держит. Я откуда знаю, безопасно? Ну, безопасно-то по-любому безопасно.
Вообще, что я должен относить? На, ты отнеси. Тебе же в свой тоже надо отнести. На, возьми. Серьезно говоришь? Конечно. Нет, все равно ты отнеси его. Мне лень идти. А чего я-то должен? По-братски. А чего я-то должен? По-братски. Отнеси, да? Давай. Эй! Что, Дима, может, тоже? Ты своего оператора проси, но он ответит. Не буду, я твоего оператора буду просить. Если хочешь, вместе отнесем. Ну все, короче, ребята. Перемещаемся на эту... На эту что? На эту ерунду. Все, давайте, погнали. А, так же можно было закрыть дверь, я забыл, прикинь. Я же говорю, ты чуть-чуть такой ку-ку. Ку-ку? Да. Ух, блин! Вот все. Я думаю, уже близко. Спасибо. Честно сказать, что? Ну, высоко-высоко, да. Конечно, переживаю. Ты смотри туда. Смогу ли я прыгнуть? Блин, наверное, нет. Наверное, не смогу я прыгнуть. Не смогу я прыгнуть. Я передумал. Как? Передумал я. Не-не-не. Не, давай сразу купим этот билет, чтобы он потом не слился. Не, подойди. Не, ну можете пойдем. Сразу купить, на самом деле. Идем, 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 Асха. Дай посмотреть, пожалуйста. Ребята, это такой лайтовый вариант. Здесь 69 метров, вы же 207 будете прыгать. А где? Пойдем, подожди. Сколько будем? Это 69, это 200. Как еще выше может быть? А где это? Почему так мне небезопасно? Даже когда это вижу, мне, я понимаю, что это ну, не особо так, да? Или особо... Да, да, да. Но смотри, на вся эта конструкция, тут же серьезный уровень, да? Да. Может такое, что... А если природные условия так случится, что там оборвется трос? Ну всякое может быть, да? Да не оборвется ничего. Как не оборвется? Это что такое? Ну хочется, хочется быстрее вот это удовольствие получить. Я и он. Ты будешь прыгать? Да, 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 100%. А вы когда решили, что ты прыгать будешь? Нет. Ты когда решил, что прыгать будешь? Сейчас. Ничего нету вроде бы. Неврологические расстройства, брат. Ну, неврологические есть чуть-чуть. И высокое кровяное давление тоже есть. Вместе с сердечными заболеваниями. А так в остальном все нормально. Ты зачем меня так близко снимаешь? Я шире. Ничего страшного, что шире. Расстояние держи, вот такое. Ты что таким оценивающим взглядом на меня посмотрел, скажи? А? Зачем так делаешь? Приятное волнение, я уже сказал. Вот он боится. У него уже ноги вот так дрожат. Кто? У кого? Сними, наверное, ноги. Ну скажи честно, тебе страшно? А, честно, нет. Адреналин вот такой. Фамилия, имя и подпись. Ахмед, вы какое расстояние? 207. Самое большое. Не-не-не. Ты когда-нибудь на соревнованиях выступал? Где? Соревнования, соревнования. Там вольная борьба, может быть. Детстве, детстве. А я не был такого перед выходом, чуть мандраж и зевал. Зевал не был, у меня было вот так мандраж жестко, сердце бам-бам-бам. Бывает бам, такое, бам. Что зеваешь и ноги затекают. А когда уже начинается, вот начался там турнир, все, ты уже, да. Все уходит. А вот до начала вот это тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, поэтому, ну, встать туда, это будет, конечно, хотя тут в безопасности легче и легко говорить. Буду там, посмотрим. Но я думаю, что я прыгну. Уверен даже, что прыгну. Эй, я передумал. Я реально не буду прыгать. Я реально не хочу прыгать. Эй, зачем? Смотри, ты испугался первым прыгать, хотя я не должен был. Сможешь первым? Я не хочу даже прыгать. Ты сзади? Я. Thank you.
Говорит, не волнуется. Только что говорил, не хочу прыгать, сейчас говорит, не волнуюсь. Сейчас он туда встанет, посмотрит. Может и не испугается, я туда же. 207 метров отсюда. Идем отсюда. Все, ребят, 207 метров. Оставь, не трогай его. Давай, на край. Погнали. Давай, еще. Прямо, вниз, посмотри. 5, 4, 3, 2, 1, давай. Знаешь, как будто прямо до земли долетел, да? Эй, прикинь, да, отсюда было такое ощущение, как будто он сейчас дотронется от этого. Да, прикинь, это настолько далеко, что ты не понимаешь, что это так далеко. А когда именно он падает, и ты видишь, как долго он падает, ты понимаешь это. Ой, блин, прикинь, да. Вообще не страшно, вообще не страшно. Вот, единственное, кайф, мне понравилось. Ахмед, ты думал, я не прыгну? Я прыгну. Я это не страшно, я прыгну еще второй раз. Понял, я тебя гонки выиграю, я тебе даю слово. Ой, давление, прикинь. Давление красное. Все. Ахмед, я тебе даю слово, что я тебе в гонке выиграю. Я тебе также накажу, понял? Теперь я посмотрю, как ты прыгнешь, понял? Вот такая, вот такие кадры, ребят. Сочи. Кайф, пока молодые. Делайте, прыгайте. Это кайф, я вообще не пожалел. Единственное, очень холодно. 207 метров сделано. Мне понравилось. Ахмед, я тебя также накажу, понял? Все, давай, желаю тебе. Боится, Ахмед, боится. Так, эта вещь так между должна быть, да? Ахмед, заднюю не давай. Ахмед, заднюю не давай. Да. На край становимся. Давай. Посмотри направо, фонарь горит. Ага. Помаши туда. Помахал. Руки расправь. Смотрим прямо. 5, 4, 3, 2, 1. Прыгнул! Молодец, молодец. Не, ну не каждый сможет прыгнуть. Молодец, прыгнул. И оттуда, кажется, несложно, нет, легко как будто. У-ху! Смотрите, какой здесь видон. А, как я вам покажу? У меня же на руке это GoPro. Вот так вот. Не, в принципе, нормально и не так страшно, как я думал. Такая атмосфера четкая. Бояться на самом деле нечего. Просто берешь и просто прыгаешь. Высоковато, конечно. Надеюсь, нам сырой материал вообще выдадут отсюда? Или там у них смонтированное что-то будет? Ой. Это что? Страшно стало. Ну, страшно было, когда летел, честно сказать. Знаешь? Честно? Знаешь как? Нет, никогда летел даже. Прилетел, короче, вниз, и меня наверх начали поднимать. Я этот, я выровнял звук, это все нормально. И в моменте они так дернули, и такой, как будто что-то отстегнулось. И он просто вниз резко такой, подергивание такое. Я испугался, вот в этот момент прям испуг был такой. А ты, меня вот таким образом же боишься? Тебя? Да. Нет, конечно. Не, молодец. Хотя ты не должен был прыгать. Честно, да. По 10-бальной шкале, да. Ожидание, реальность, наверное, 5 из 10. Я думал, будет страшнее. Ну, потому что вот так идти по мосту очень страшно. Вот я думал, смотреть. Эмоций будет больше. Вот, да, я тоже такого. Думал. Такой смотришь, якобы страшно, а прыгаешь... Это летишь все, и летишь, это да? Это все проходит настолько очень быстро, что ты не успеваешь кайфануть. Если свободное падение было бы в течение там 25 секунд, может быть, 30 секунд, это было бы кайф.
Летом было бы в кайф. Сейчас из-за того, что шуба такая, вот что-то не то, короче. Но не зашло. Стоит ли это 22 тысячи? Нет. 22 тысячи дорого даже? Очень дорого. За вот этот прыжок вообще не стоит. Ну, типа, за 22 тысячи что можно сейчас на сегодняшний день сделать? Четко похавать в одном из дорогих ресторанов. Вкусно поесть, посидеть. Еще там 1005 останется, полный бак заправить. Понял? Ну, типа... Такие пацанские понимания, понятия, понимаешь? Не, ну, в принципе, попробовать стоит. Это четко. Это в основном для туриста. Приехал, прыгнул, поставил галочку 200 метров. Ты прыгал? Я прыгал. Ты спрыгал? Там, с парашютом прыгал. Понял? Галочку поставил, там. Я тоже прыгал с парашютом. С парашютом? Да. Верно же? Да. А не с парашюта, да? Да, да, да. Я проиграл в картинге, должен был прыгнуть, я прыгнул, хоть этого не хотел. Было страшно, вообще нет. Мне только что позвонили, моя Ешка приехала, как я знаю, CLS тоже приехал. Мы сейчас вместе с Ахмедом поедем и покажем вам наши машины, наши аппараты. Ахмед, есть что сказать? Ахмед, я постоянно тебе говорю, оставь это по-братски, убери это. В смысле? Убери это. Убери. Что делаешь? Убери это. Я сам разберусь. Убери это. Как понять, ты зачем руки свои протягиваешь? Убери это, зачем ты показываешь это? Не уберу. В смысле показываю? Ну я постоянно тебя прошу это убрать. Тут, то, там, если тебе что-то не нравится... Если тебе заплатили это... Если тебе что-то не нравится, ты не снимай меня, а я буду пить, что мне по кайфу, и делать, что мне по кайфу. Понял, да, ты? Как по кайфу? Эй, слушай, развернись. Я развернусь, проблем нет, у меня не надо снимать, но я буду делать все, что я захочу. Понял ты? Отходи и пей, я понял, иди. Понял, не понял. Ты хочешь напугать, что ли, меня хочешь этим взглядом, что ли, Ахмед? Да, да. Слушай, надеюсь. Внимательно слушаю. Слушаешь? Да. Ты что меня снимаешь? Не надо меня снимать. Оставь. Иди его снимайте. Оставь его реально. Ошалели вообще тут. Слушай, завтра хоть на гонку приедешь ты? Приеду. На гонке будешь ты? Как? На гонке будешь? Буду. Все, давай, вот давай. Завтра посмотрим, как ты будешь разговаривать. Ты пешком пойдешь домой? Как? Пешком домой пойдешь? Я разберусь, ты не переживай. Здесь еще одна машина внизу есть у нас. Не, я против ничего не имею. Он может показывать. Он показал один раз, он показал два раза, да? Сколько раз он много показал? Но постоянно показывает напиток, который он пьет, но я не хочу, понял? Я не хочу. Я против ничего не имею, там пусть зарабатывает, в общем. Как бы, ну, лично я, ну, мне это не нравится. Поэтому вы можете меня хейтить, его фанаты, мне все равно. Вот хейтить, но я лично не хочу, и все. Ребят, уже темнеет, надо ехать забирать машину. Надеюсь, хоть завтра будет нормальная погода, потому что в эту погоду заехать не получится. Ну, по крайней мере, завтра показывает нормальная сухая погода. Поэтому завтра мы посмотрим, что сможет Ахмед, что сможет CLS. И я уверен, что в этой гонке выиграю я. И я ему хочу предложить, чтобы не было никаких разговоров. Кто в этой гонке проигрывает, тот сжигает свою машину. Если я проиграю, я сожгу свою Ешку. Если он проигрывает, пусть он сжигает свой CLS. Мне его ключи от машины не нужны. Мне не нужно, его деньги. Но я хочу, чтобы кто проигрывает этой гонке, тот сжигает свою машину. И посмотрим, что он мне ответит. Я уверен, что при таких условиях Ахмед даже не согласится, понимаете? Короче, в общем, завтра поедем, сделаем гонку. Я уже на эмоциях, я уже устал. Все, ребята, давайте. И еще, смотрите, я завтра снимаю гонку и вашу Ахмеда. Короче, вы поняли. Все, давайте. Я поехал один с моими операторами. Вы поедете со мной? Все, погнали. Место освободилось. И да, друзья, как только под этим роликом наберется 300 тысяч лайков, так сразу я закину нашу гонку. Надеюсь, Ахмед не сольется завтра. Все, давайте, я поехал. И, кстати, по поводу фейковой информации, которая гуляет по интернету, по поводу моей гонки с Ахмедом, это полная ерунда. Всю правду про Ахмеда, там, про гонку я буду выкладывать в свой телеграм. Вот тогда уже решите, тогда уже будете говорить. И да, ссылку на мой телеграм я оставлю в описании. Переходите и все там смотрите. А болтать там в комментариях, что-то говорить, вы долго будете. Все, давайте, короче.